Собираемся! Держимся рядом! И что, неужели в далеком будущем нас ждет вот эта противная сигнализация? То есть человечество, к сожалению, ничего нового не придумает. Ну ладно, давайте возвращаемся к игре. Сейчас мы с вами проходим через вот такой переулочек. Что-то опять летит, какие-то звуки, блин. Вот не удается просто так пройти. Без проблем, тут еще и роботы начинают нападать. Ну что, придется с ними повоевать. Отходи, там осторожно вообще нужно с ними действовать. Давай, вот сюда. Граната не побота! Так, кидаем. Кидаем. И вон туда. А чё, неплохо? Так, ищейки пошли. Вперед. 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 И, наконец, последнее. Нормалек. Так, это что у нас? Ищейки. Вперед! Вперед, друзья! Опять! Нифига. Это было жестко. Да блин, как пропустили? Ну что, проходим? Аккуратно. Вот так. Давайте вот так сделаем. На всякий случай сюда. Вдруг там кто-нибудь есть. Давайте берем осколочные. Вот здесь, по-моему, они тусуются. Вот так вот сделаем. Нет, там огонь. Там не пройти. Ранен, ранен, ранен. Надо добить. Зачем они на нас напали, сэр? СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Да, немножко не так открыл дверь, как хотел. Но самое главное, что достигнут нужный эффект. Добили? Тихо, тихо, тут гражданские еще. Давай, что у тебя? Модуль слома позволяет перехватывать управление ботами. Давай, вот этим, наверное. Посмотрим, посмотрим. Так, подключился. И самоуничтожение. Вот так. Ну а что, неплохо получилось. Работает. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом. Продвижение невозможно. Нужен огонь на подавление. Затмение. Это номер первый. Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Есть, сэр. Начинаю работу. Сата, свои, свои! Союзники, не стрелять! Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Врача! Возмездие. Это 1-1. Крок, Скар-3 на вылет. Работа по земле. Принято, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Затмение! К бою! Ну что, почти добрались. А ну-ка, блин, что это было? Откуда-то вообще прям очень жестко палят. Беги!
Ой, блин, сколько их там, а? Давайте посмотрим. Вызываю огонь! Цель отмечена! Давай, огонь, 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 быстрей! Яблочко прячу! Понял, выходим из боя! Так, ну и что дальше? Дальше продолжается зачистка. Мы тут застряли! Может быть, сюда? Так, нам нужно с вами уничтожить челнок. Наконец-то. Давай, разбомби. Давай, шакал. Вперед, вперед, конечно. Золото 2-4. Идите на левый фланг. 2-6, займитесь правым. Сюда? Да, это ищейки. И еще одну. Вот так. Так, можно еще взять. О, нифига их тут. Нормально отметили. Огонь, огонь. Хорошо отработал, ты один. Понял, выходим из боя. Ищейка, ближе, не расслабляться. Да пойдем, пойдем уже. Группа золота, статус. 2-4 на месте. 2-6 на месте. Ладно, начали. Аккуратно. Вот, тут еще забегал. Актив противника! На западе! Жду приказаний. 3-1 на связи. Жду указаний. 3-1. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Сейчас будет им все разрывать. А ну быстрей. Так. Так, есть. С этим нормуль, с этим нормуль. Но они бегают и бегают. Давайте будем, наверное, подниматься. Это наш. Чем можно поживиться? Можно поживиться осколочными. Давай-ка еще одну. Вот так вам. Да все уже. А хотя не все. Сейчас самое время. 3-1 на боевом курсе. Вызываю огонь. Цель отмечена. Принято. Цель подтверждаю. Начинаю работу. Огонь, огонь. Я буду убивать. Чисто. Выходим из боя. Чисто. Понял. Занимайте оборону. Скарп пойдет внутрь. Итан, подключись к камерам Атис. Что там творится? Есть, сэр. Начинаю передачу изображения. Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш свечен. Идем, быстрее! Итан, вперед! О, yes! Так, с этими быстрее. Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленника в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТА засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он.
Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты это, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли. Внимание всем! Это Скар-1-1. Атис снова под контролем ЮНСА. Повторяю, Атис под нашим контролем. СДФ отступает. Рейдер главному. Нам с лейтенантом Солтер нужны птички. Есть, сэр. Т-2 сопроводит их к вашей позиции. Подтверждаю. Так, это моя птичка. Итан, это Итан, за нами. Ты с лейтенантом Рейсом. Есть, сэр. Чума, своди. Принято. Ну, пока что на автопилоте. Смотри, что они наделали, Рейс. Да, разрушений много. Остается отомстить. Один-два принято, и мало не покажется. Возмездие — это затмение. Десант, по местам. Идем на взлет. Горизонтальная тяга 90. Полный вперед. Полетели. Вперед. 1-1, хорошая тяга. 1-1, хорошая тяга. Перегрузки 9G. Высота 200 километров, скорость почти 40 тысяч километров в час. Нехило, нехило. Вектор 10 часов 16 минут. Огонь, огонь! Ты это видишь, Рейс? Да, вижу. У нас гости! Давай туда! Да, придется выбрасывать ловушки, иначе есть риск попасться. Так, захватываем цель и начинаем долбить их. О, да. Так, неплохо. И еще показывайте. Вот, есть у нас цель. Сейчас добьем. Ну, почти. Достань. О, да. Так, дальше. Дальше еще несколько у нас есть вот этих летательных аппаратов. Так, тут отлично вроде бы. Сейчас посмотрим. Да, можно ускориться при необходимости. Но это если необходимо. Хорош. Захватывай цель, молодец. Это был какой-то шустряк. Видимо, позывной. А, нет, это модель. Рейдер, это последний! Сэр, в секторе остался один корабль СДФ. Так, один корабль остался, это вот здесь. А, по эсминцу сейчас долбим, окей. Давай попробуем что-нибудь потяжелее. Продолжаем работу. Сейчас рванет. Рванет? Тогда подальше. Один есть.
Скар-1-1. Возвращаемся на возмездие. Уходим на базу. Цель поражена. Отлично стреляешь. Понял. 3-4, иду на базу. Наблюдаю возмездие. 3-6 на базу. Отходим, заправляемся и продолжаем погоню. Договорились. Нам сейчас... Так, тихо. Нужно сесть. Нужно приземлиться. Что это? Скар, сосредоточь огонь на суперкрейсере. Итан, ты рулишь, я стреляю. Давай. Итан, прикрывай ее. Работай по пушке, Асинба. Отлично. Сколько могу, столько избиваю. Возмездие, назад! Возмездие меняет курс и идет на перехват. Тактическое столкновение. Идут на таран. Отставить столкновение. К возмездию. Веди. Принято. Возмездие. Скар-1. Разрешите посадку. Принято. Посадку разрешаю. Полоса 2 Лима. Принято, 2 Лима. Начинаю заход. Выполняю захват. Ждите. Отлично. Дальше мы сами. Чарли, Дельта, принято. Возмездие. Это 1-1. Грок, что у вас случилось? Столкновение! Много раненых! Носилки сюда! Лейтенант Рейс, вы нужны здесь срочно! Мостик, отбой! Слышал, Солт? Да. С посадкой полная лажа, Рейс. Солт, ты цела? Еще как, а ты? Еще жив. Итан? Прекрасно, сэр. Гибсон, нас надо вытащить. Пытаюсь, 1-2. Врыв троса. Можете снимать маски, лейтенанты. Есть. Сейчас открою. Вот так вот, ломиком. По старинке, да? Клус, помоги ему. Отправь шакал в ремонтный ангар. Есть, мэм. Проблем у нас хоть отбавляйся. Старшина первого класса Итан, это Гибсон, РП «Возмездие». Вот мы и на возмездии. Или его останков. О чем думал, Олд? Пожар! Стратегические маневры мы не доплачивали, лейтенант. Оповестите мостик. Скажите, мы хотим повидать капитана Олдера. Мостик недоступен с самого начала атаки. Итан, иди с Гибсон, слушай ее. Ясно. Что с потерями? Многие вернулись. Скар-2 на борту. Кроме них, только вы. Твою мать! Посмотри. Нам нужно встретиться с капитаном. Да. Мы не жертвуем экипажем при численном превосходстве врага. Идем на мостик. Давай, Инфузор, быстрее. Всем командирам собраться на мостике. Нам вот сюда. Капитан в ответе за своих людей. Ему стоило отступить. Взялись. Давайте помогу. Штаб-сержант Амар. Капитан принял трудное решение. У нас есть погибшие. Их могло не быть. Я понимаю, лейтенант. Противник отступил. Капитан выполнил долг. Долг капитана — вернуть людей домой живыми. Не всегда. Не всегда. Дорогу для капитана. Где он?
Боц. Где капитан Олдер? Вот он, сэр. Крок? Капитан мертв. Сгинул с кораблем. Старпом? Его тоже нет с нами. Он погиб при ударе? Да, сэр. И кто теперь за главного? Как старший по званию офицер, полагаю, вы, сэр. Челнок с Тигра готовится к посадке на наш корабль. Ясно. Радар включен? Пока да, сэр. Подготовьте ворона к эвакуации. Я хочу немедленно вывести раненых. Выпускающий, готовьте нас к отправке. Принято. Инженер Макалом уже идет. Штаб-сержант, на вас можно рассчитывать? Я сделаю все, что нужно, лейтенант. Сол, ты со мной? Всегда. Крок, установи связь с адмиралом. Принято. Связист Стратком, номер первый. Принято. Капитан Тигр на борту. Капитан Феррон. Лейтенант, кто командует? Лейтенант Рейс, командир Скар. Капитан, что с кораблем? Целы. Сэр, адмирал Рейнс на связи. Давай. Капитан Феррон, дамы и господа, рад вас видеть. Сэр. Позвольте мне разъяснить ситуацию. Мы в состоянии войны с фронтом обороны колоний. Капитан Олдер применил силу и обратил противников в бегство. На сегодня «Тигр возмездия» — единственные корабли на нашем флоте. План у нас простой. Нужно любой ценой выиграть для Земли время, пока мы строим флот. Поняла, адмирал. «Тигр» к выполнению задачи готов. Сегодняшняя атака не ограничилась Женевой. СДФ также нанес удары по грузовому порту на Луне. Без грузов, проходящих через его терминалы, нам не восстановить флот. Ваша задача — вернуть нам порт. Лейтенант Рейс, вам присвоено внеочередное звание. Теперь вы действующий капитан возмездия. Вас понял, адмирал. Защитите наш дом. Попутного ветра, капитаны. Конец связи. У нас нет авиакрыла. Обойдемся. Пехотуре не привыкать, лейтенант. Мы возьмем десантников с возмездия. Я обеспечу прикрытие с Тигра. Пора за работу, капитан Рейс. Будьте бдительны, все вы. И вы, капитан. Задача непростая, капитан. Оружие и снаряжение у нас немного. Мы с лейтенантом Солтер тоже отправимся. Это наземный штурм. Место капитана на мостике. Только не мое. Не в этот раз. Сначала десант. Пойдете с нами. Посмотрим, что выйдет. Сбор на колодезный через 5 минут. Принято. Поехали, Крок. Лунный порт. Есть, сэр. Прокладываю курс. Сообщу о готовности. Капитан Рейс, рабочий кабинет капитана Олдера теперь ваш. Учтите, там остались его вещи. Спасибо, босс. Непобедимому капитану Джону Олдеру. Капитан погиб. Да здравствует капитан. Эй, Ник. Да. Ты справишься. Никого лучше нет. Ты преувеличиваешь, Нора. Ничуть, Рейдер. Я дам тебе время.